Рогус Гейминг, мы играем в игры на самой высокой сложности, собираем все коллектаблсы и не перепроходим игры. Сейчас играем в серию игр Resident Evil, а еще мы с вами, может и не с вами, едим на стримах. Вот. Ах! Все, сейчас допроходим 7. В экстра контент заходим, Итан должен умереть в жопу, гибель Зои. Ты... А мы Подожди, а ты, прошли. по-моему, ты должен загрузить, раз нет, там сохранялся. Вырезанные материалы. Сейчас, подожди, подожди, подожди. Дочери. Продолжить. Вот. А, я понял. Гай. God damn Jesus. God damn Jesus, we're gonna crash and burn. Burn. Странно, кстати, Burn. что она ёбнула всю семью, кроме Зои. То есть, почему Зои не ёбнулась головой? 2 года прошло. А вот сейчас узнаем. Может, она скрывалась, там сидела, блядь, в подвале, жрала Она бургеры. прикована руками же была. Когда я говорю принести веревку, надо ее принести. Daddy! Куда там зашел? Туда, туда. Мы вроде бы с тобой уже поднимались и все смотрели здесь. Пойди. А, тут... Нужно найти вилку какую-нибудь. Что-нибудь, чем открыть эти гвозди длинные. Я думаю. Чего такое, Димас? Ну, сейчас как думал, как плюнул. А мы нам не сюда. А, по-моему, вообще веревка на первом этаже. Я уже взял веревку, я веревкой закрыл дверь эту, чтобы он не зашел сюда. А он ее порвал. А мне нужно найти что-то, чем эти гвозди Я снять. понял. Я, по-моему, на первый этаж. Он ушел. Хочешь, я посмотрю в прохождении просто, где находятся всякие эти хуйни, чтобы мы не ебались. Это будет прекрасно. Так, ну, значит, что там? Значит, что, тебе надо вот здесь, по-моему, ну, точнее, нет, смотри, на втором этаже, в ванной, ага. Открыть ящичек. Чем? А ты отмычку нашла, по-моему? Нет, не нашел. Так, хорошо, отмычка. Пентри. Где? Я не знаю, что пентри. Я не знаю, что пентри. Кладовая. Кладовой находится локпик. Кладовая на первом этаже. Че, в принципе, этот локпик можно было найти? Еще в тот момент, но мы его не нашли. Че тут до хуя всего можно сделать? Можно переиграть и быстренько найти все, что надо. До того, как тебя начнут ебать. Пукелло. Я тебе просто буду говорить, куда идти. Вообще, вот, будешь просто идти. Да, это будет найс. Потому что... Поэтому дому шарахаться, ну так бы. Да, когда они уже ёбнулись. Сейчас надо будет заново заставочки посмотреть там, да? Их разве много? А по-моему, там можно скипнуть. Давай скипнем. They haven't said. Нет, нельзя. Так. Ну, собственно, иди. Вот я взял какую-то штуку. Здесь вот ничего. Other guests.
Да куда тебе сказал? Я тебе перевел. Никуда ты ничего не сказал. Почему тебе сказал? Вот это пентри. Ты спросил, что, я тебе потом сказал, что это такое. Кладовая. Кладовой? Тебе на тебя отмыть. Сейчас они сдриснут с прохода. Get her to bed. I'll put some soup on. Soup on. Soup on. Soup on. Сейчас он там ведет код от пароля, я его не помню. У меня есть картинка, забей. Сейчас. От 10-19. Я просто хочу верить, что я, ну, не зря это. 26-10, кстати, годовщина. Тоже 10-19. Просто хочу знать, что в прошлый раз, когда я это на это обратил внимание сам, это не, ну, не просто так было сделано. Здесь ничего, здесь записка. Здесь. Вот, вот здесь вот можно еще отмычку было найти. Вот здесь использовать. Так, туда пока не пойду, там вроде бы ничего не было. А, смотри, ты блин, тут написано go into the pantry, вот в это вот, then drop down into the crawl space and grab the lock pick. Хм, ладно. Ну давай потестим, чё. Да чё ты пиздишь? Значит, идите в кладовку, затем спрыгните в подвал и возьмите отмычку. Я в прошлый раз взял эту отмычку и использовал ее вот здесь. А здесь нихуя не было. Там вроде бы пустой шкаф. Так, пизду, пизду, не надо. А второй отмычки нету, да? Ну, во всяком случае, пока нет. Вот он такой изичный проеб, из-за которого надо переигрывать. И до которого можно, кстати, не догадаться. Кстати, не то, что надо переигрывать, просто это идет в порядке прохождения. Я такой, давай будем просто идти вот как вот. Ну просто смотри, видишь, мне бы тогда там не хватило отмычки. Вот там, в ванной, где она нужна. И где ее тогда взять? Вопросики. А ее не обязательно там в ванне это делать. Во всяком случае, я пока не знаю, зачем. А, я думал, там что-то важное. Я не знаю. Чистую одежду взял. Здесь что-то еще есть, кроме чистой одежды? И... Нет, это зажигалка. Одежда. Сейчас мы пройдем быстро эту игру, блядь. А? Изи. Записка. Я вон на скриншотах уже ее прошел. Кайф. Можешь начинать следующую. Также на скриншотах пройдешь следующую допку, да? Ну да. Это как проходит же игры на Ютубе. Так, здесь бэк, здесь вроде бы ничего не было. Заперто с другой стороны. Че ты идешь? Отдай бабки-то эту хуйню. Я же должен девочке отдать эту хуйню. А, тогда иди на второй этаж. Ну вот я туда и хотел пойти. Bathroom. И unlock the drawer to get the small component. А, здесь стало закрыто после того, как они ёбнулись. Все, понял. Я просто помню, что там вроде бы где-то... Окей. Yes. Yes. Take it, dear. Деталь. А, я, наверное, знаю, для чего это. Давай, show me. Please show me that you know. Так, это вот эта большая комната, да? Да, вот эта большая комната. Так, я пойду схожу сразу за веревкой. Веревка там в гараже висит, точно. Дай. Я помню, что тут был прикол. Каждый раз, когда ты спускаешься к гаражу, он закрыт. Прикол. Вот это прикол. Вот это прикол. Или сейчас веревка будет недоступна.
Сейчас веревка вроде должна быть доступна. Вот я сейчас, смотри, к ней подхожу, я, по идее, могу ее взять. Могу? Могу. Кажется, веревка прочная. Не могу, не могу, не могу ее взять. Кажется, действительно, что веревка очень прочная, да? Что-то под тачкой может есть интересное. Ничего, кроме темноты. Тут нихуя нет, чувак. Кроме веревки. Хотя, я не знаю, но... А по моему мега-супер гайду... Угу. Здесь вроде тоже ничего не было. Здесь тоже вроде бы ничего не было. Вот вилка. Вот вилка. Вот этой вилкой можно будет отковырять вот эти вот штуки. А ты её взял? Нет, ее нельзя взять. Пока. Все, окей. Да, да, тут пока actable, playable, items cannot be used. Закрыто. Хорошо. Honey, please get her cleaned up and it's a dry clothes. Вымой ее, переодень чистее, пожалуйста. Надо это что-то там читать. Да, папа. Подожди, не спеши, не спеши. Угу. Ну, я же помню, что... Что я помню. Я помню то, что я помню. То, что я не помню, я не помню. Зоя, я говорила тебе не лапать мой ноут, остолоп. Ха-ха, ты просто завидуешь такому крутому хакеру. Больше не будешь использовать один пароль на телефоне, но у тебя овца тупая. Как пиздата. Какой ты молодец, Андрей. Список, да пошли они, версия на октябрь 2014, 1.10. Старик меня залепил пощечину за то, что я взял телефон за обедом. Да пошел ты. Ха, 3.10. Ну, типа... Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Нет, сейчас январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. 1 октября. Старик залепил мне пощечину за то, что я взял телефон за обедом. Да пошел ты. 3 октября. Стоит что-то не то сказать, и стрепня мама, когда начинает орать. Да пошла ты. 5 октября. Я всего лишь подглядывал за Зоей, когда она занималась йогой, а теперь я извращенец. Да пошла ты. 6 октября. Старик напился и начал выкидывать всю мою хрень из красного ящика на балкон. Да пошел ты из красного ящика. Это какая-то важная информация, да? Нет. Ну, типа, просто чувак был ёбнутым изначально, а не то, что его этот вирус сделал ёбнутым. Он ёбнутый, потому что пошел нахуй... Нет, ну в смысле, у него уже изначально были какие-то проблемки с головой. Ну, он, скорее всего, аутист. Без, типа, без прикола. Не, аутист, как правильно говорит, он человек с аутизмом. Который подглядывает за сестрой и там, это, теребонит свою фасоль. Он же просто смотрел, там не было сказано, что он теребонит фасоль. Ну, это фасоль. Здесь не было сказано. А ты откуда знаешь, что он теребонит фасоль? Если здесь не было сказано, то где было сказано? Я бля буду. А-а-а, ты бля будешь. Сорян, чё-то... Ну еще я тебя любить не буду, бля, буду, бля, буду. Бля, бля, бля. Сука, твоя мать, сука, твоя мать, бля, сука, бля, сука, бля, бля, бля. Раз, два. Раз, два, три, бля, бля, сука, два. What? Девочка, ты ебанулась быстро. Я уже ебанутый. Она же родилась, ебанулась, ебанутый. Это типа специальный плод, который вывели. Батя! Батя! Was there a Latin instruct? Куда идти-то надо? Where'd that little girl get to? Надо вниз сначала спуститься. А, мы сейчас должны этого найти брата, он ёбнулся. Сначала Вантуза, а потом маму в ванне. Lucas?
What happened? Что случилось с тобой? Are you okay? Ты помнишь, как мы подбирались к этому дому, Дим? В начале игры. Подбирались? Ну да, приехали, как мы к этому дому на тачке, помнишь? Да. Вот они живут вот там, в Луизиане, вдалеке от вообще вселенной, вот в этом доме. Я не удивлен, что он подсматривал за сестрой. Потому что там никого больше, плюс-минус, его возраста нет. А, ну в этом... Зоя, подойди, глянь. Смотри, что он подарил. Я все просил, он подарил мне это. Да у меня красавчик. Иди в гараж. Принеси веревку. Живо. Живо это когда shift. Но у нас же есть веревка. Мы ее не взяли, ее нельзя было взять. А, тут все как это. Машина, отвали. Не доводи до греха. Вообще, я думал, что процесс того, что они свихнулись, будет медленнее. Я тоже. А тут они просто свихнулись, типа... Вот. Да, да, просто типа... То есть, знаешь, там постепенно там эта девочка отравляла их, и сначала там все нормально, а потом они там по чуть-чуть странно себя вели. А ну, это может, было слушай, бы прикольнее. Может, как бы в рамках фильма было бы прикольно, в рамках DLC там типа на полчаса, ну, наверное. Можно же просто блокаутами это все сделать. Типа день первый, день второй, прошло. День третий. Ну да, по чуть-чуть, да. Просто какие-то фрагменты. Stop it! Don't worry. It's a whole lot worse than it looks. Это все гораздо хуже. Подбежает. О, а шлюха мамаша сейчас в шагах. Хочет, чтобы мы все... Хочешь разочаровать, правда? What are you talking about? Блин, сестре, блядь. Да, я говорю, принеси веревку, надо ее принести, придется приучить тебя. Daddy, he's gone into you. Пока ты на доме, кто-то не короче. Давай, давай, не тормози. Zoe, open. Open. Get away! Я все равно выйду. Так, ты выбрался, красавчик. Теперь пиздует. А, прям по веранде, по прямой. Хуярь и до конца. Вообще там какая-то красная, это... С тобой идет? Нет, там? Нет. Я вижу, как он... Сейчас, подожди секунду. Там... Сейчас, подожди. Exit through the window and go along the veranda. Squeeze through the gap... Секунду. Алло. Слушай, сейчас подожди, я водички пошел налить.
Давай. Вот ты сказал, что там нужно что-то through the gap. Gap — это, по-моему, вот эта вот штука, которую я только что приоткрыл. Нет, там до нее. Там нужно куда-то протиснуться. И не в эту штуку. А посмотри, можно ли протиснуться куда-то? Не, если ты назад пойдешь. Я назад пошел. Ну, не тот зад, ну ладно. Вот тут вот что-то. Нет, это ты там. Вот тут что-то, вот, видишь? Не-не-не, не то, не то, не то. Ну, вот, там смотри, ты должен вот найти. Окно. Это мы оттуда вылезем. Так, куда идти? В общем, где-то вот на этом балконе ты должен найти красную... знаешь, как там инструменты лежат в такой хуйне красной, как бы, ящичку. Ага. Она либо вот с этой стороны, либо с другой стороны. Вот. Может быть, там прямо можно было пойти? Вон она, по-моему, я ее вижу. Где? Включи зажигалку. Вон красная хуйня. Ты должен протиснуться справа. Да. Ты хорош. Собачья голова. Так, дальше ты иди туда, куда хотел. Потом ты должен спуститься на первый этаж и вставить голову. Я надеюсь, ты помнишь, куда. Да. Вон. I gotta get out of here. Да, надо точно валить. Блять, он такой... Иди за бокой. Зоя, тут есть маленькая сестра. Если что, тебе на... Я знаю. Зоя, она просто одинока, а мы должны ее защищать. Бля, бабка, иди просто на второй этаж, сука, в другую сторону и не ебись. Сейчас еще Джек выйдет. Все придут. Бля, бабка, иди, бля. Лопается терпение. Ты что-то пошел-то? Я боюсь, что она сейчас сюда пойдет, я не успею подняться. Слушай, всегда можно бежать. Походи, познакомься. Куда ты идешь, ебанутая? Налево идешь? Да, я иду направо. Или назвал меня мамочкой. Ну, не прием. Решил очень интересно сделать. Ебать. Да пойди ты ее. О, это Велина, такая милая крошка. Только не поднимайся по лестнице. Ты молодец. Итак, ай. Нормально, вообще похуй на тебя. Давай к двери, прям. Ебашь к двери. Я аккуратно играю, Дим. Сам пошел на... Это... Не то. Давай, 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 выходи нахуй, выходи, блядь. Иди. Не люблю трусишек. Куда бежать? Трейлеру. Ну, сейчас я просто почекаю. Тут ничего нет, чувак. Не коллектаблс. Вообще нихуя. Ну, то есть, все, что есть, я тебе туда и веду.
Все, что надо взять, я тебе скажу. Это кто? Семья Бейкер, благодарю за то, что спасли меня, но, пожалуйста, забудьте все, что связано со мной. Я везла на том корабле один важный... Из-за меня и из-за этого груза у вас могут быть большие неприятности. Пожалуйста, не звоните в полицию или властям штата, как будто мы с вами не встречались. И вот мой совет, благодарен за спасение. Если возле корабля вы увидите девочку на вид лет 10, не подходите к ней. Если она заговорит, уходите как можно быстрее, только постарайтесь ее не злить. Если вы уже плохо себя чувствуете, боюсь, самое страшное произошло. Это хуже смерти, и это неизлечимо, мне очень жаль. Но есть одно средство, сыворотка, введя, остановить темп. Дальше не разобрать. Залупа. А я не хочу поворачиваться. Я сэндвич пока себе открою. Ладно. You okay, dear? There was a lot of excitement from that storm last night. I'm fine. I had the weirdest dream last night. There was this little girl. Well, now, after breakfast, Lucas and I are going to have a look around and see if the storm did any damage. You two should have a look around the house. That's a good idea, Jack. Правильно, Джек, помните прошлый ураган? Мы думали, пронесло, пока дождь не прошел. Привет, сестренка. Она на рыбу каплю была похожа. Так Зоя начинает свою одинокую борьбу. Много дней она будет прятаться от обезумевшей семьи, разыскивая сыворотку из письма Мии. Каждую ночь семья устраивает кровавые пиршества, а Эвелина с каждым месяцем становится все уродливее. В итоге Зоя встретила Итана и обретет надежду найти сыворотку, но до этого еще далеко. А, все? Так начался кошмар. Какое говно? Это, по правде, мы открыли одну из двух концовок. Серьезно? Да. Ну, забей, вторая хуйня. Мы открыли, типа, true концовку. А есть bad ending. А, там тебе надо пойти не вниз, а ты бы пошел в гараж, попытался уехать на тачке, и они такие, ты никуда не уедешь, все, конец. Прикольно. Ну все, осталась лаз допка. Да. Ну такая, я не понял вообще, зачем было делать эту хуйню, там ничего особо не раскрыли. Да. Как будто, блядь, вот эту всю залупу можно было показать в катсцене, если честно. Ну, 499 рублей, сколько там? А что такое? Что это такое? Вы еще не загрузили, почему не загрузил, а что загрузил? Ладно. Захожу в Steam. Мне надо было за твой аккаунт зайти. Нет. Нет, все правильно. Так. Может, она отдельно покупается? Без понятия, чувак. Я купил, типа, Season Pass, в который должен это говно должно входить. А, посмотри, там скачано это, у тебя можно посмотреть, типа, установленный DLC или что-то такое. Секунду. А как это посмотреть? Если я зайду в свой же Steam, тебя не выкинет? Mm-mm. Хорошо. Че? У
очень странно. Так, ты когда... По идее, ты когда на страничке игры, но не в магазине, а у тебя на компе, справа внизу у тебя такая хуйня, как achievements, notes, trading cards, помню просто на английском, DLC. Да. И вот DLC, там написано view DLC in store или manage my DLC. Вот там, по идее, что-то должно быть. Либо нажимаешь на в списке на игру, у меня это properties, ну, там, видимо, какие-то настройки или что-то такое, правой кнопкой мыши нажимаешь, у тебя вылетает, и там отдельно DLC тоже. Такая. Как еще раз? В списке игр находишь Resident Evil, нажимаешь правой кнопкой мыши, и там самое последнее, я не знаю, как на русском, у меня это properties. На нее нажимаешь, там опять списочек такой, типа General Updates, Betas, и там есть DLC, и там тоже можно посмотреть. Странно, но у меня есть все. То есть здесь Resident Evil 7 Season Pass, End of Zoe, монетки, баннер футейдж, обе части, а вот этого нету. Можем либо посмотреть на Ютубе, либо забить хуй. А, я выбираю забить хуй. Давай немножко подытожим. Ты начни подытожить. У меня идея есть. У меня есть идея, знаешь как? Можем чисто по кеку еще раз в рулетку сыграть. Пизду. Лучше на что-то потратить время другое. У меня есть идея, как можно впечатление. Помимо того, что мы так вот друг друга ебало говорим, снять маленькие кружки для канала. Прикольно. Обычно мы пишем, ну и то в последнее время забываю. А так типа на, знаешь, на тепленьком. Так, типа, ну то есть сначала, там же сколько, там 30 секунд, вот за 30 секунд. Вообще там можно много, там можно минуту наговорить. Полторы. Ну, бля, значит, сейчас наговорю минуту. То есть сначала ты, потом я? Да. Ага. И такие два кругляшка. Просто как попробовать. Почему нет, согласен. Ну что, наши дорогие подписчиксы, это, можно сказать, пробный формат, чтобы вы понимали. Вот там Андрюха, смотри, там Андрюха, вот видите, Андрюха, он тут маленький у меня там в таком окошке. Мы только что прошли Resident Evil 7 с допниками. Почти всеми. Почти всеми допниками. Что я могу сказать вам по поводу этой игры? Я-то ее, можно сказать, прошел второй раз. Первый раз я проходил, правда, на PlayStation'е. И года 3 назад. Кстати, у меня кружочек маленьким становится. Тут действительно больше минут, по-моему, нельзя. Просто знаю об этом. Поэтому у меня осталось 15 секунд. Что? Мне игра понравилась. Она клевая, небольшая. Вторая часть игры, ну, такое. Что-то там одна. На корабле. Там на корабле. Что-то начинается, ну так, средненько. Прикольная DLC-шка. Что могу сказать? Советую, если не играли в резик, вообще. Хуячить. Там минуты, если что, тебе дается. Ока. На кружок. Короче, ребята, тоже сгоряча сейчас записываю кружочек. Там Димка. Он у меня не в большом кружочке, он у меня в маленьком, потому что я люблю смотреть на своего друга в большом формате. Вот. Мне тоже очень понравился. Это лучший резик, в который мы играли. Лучший. Я это уже говорил, я скажу это еще раз. Мне супер понравилась его длина. Геймплей, элементы ролевности, сюжет. Сюжет классный. Последний босс только говно. То есть вот прям единственное, что мне прям не понравилось, это последний босс. Он прям обоссанный был. Вот. Но боссы во всех резиках обоссанные. Тут типа ничего не сделаешь с этим. Вот. Многое было съедено. Многое было выпито за эту игру. Вот. Тоже highly рекомендую эту игру всем фанатам и не фанатам. Просто как классный, классная штука, которую можно поиграть. Вот. Начинаем восьмой резик скоро. Я еще ни разу на стриме не ел чипсы. Заканчивай стрим.
И начинаем. Mm-hmm. В общем, ребятки, всем пока. Тем, кто на Ютубе, до следующей серии. Тем, кто на Твиче, через 10 минуточек. Да, мы переподрубимся, будем заключительную часть резика играть. Заключительную часть. Давайте, до скорого.